Приветствую вас. Давайте я сперва отвечу вам на ваш вопрос, который вы задаете. После этого дам некоторые свои комментарии по поводу того, о чем вы здесь не спрашиваете. Но то, что, по моему мнению, не менее важно. Значит, первое. Отношения на расстоянии действительно нелегкие. Отношения на расстоянии действительно даются тяжело, и у них, как правило, два пути развития. Это либо, значит, кардинальное изменение образа жизни кого-то из партнеров, ну, например, вас или молодого человека, вот. Либо, значит, если этого не происходит, да, то, соответственно, отношения заканчиваются. Отношения завершаются, потому что, ну, поддерживать их на расстоянии, да, невозможно. Ну, потому что это отношения по факту в никуда идут. Вот. Значит, подумайте для себя, да, вот какие есть перспективы у вас в отношениях, и есть ли они вообще. Если перспектив нет, то, возможно, нет никакого смысла бороться. То есть, если у вас нет, ну, возможности в ближайшем будущем быть вместе, да, если у вас нет возможности в ближайшем будущем, ну, например, съехаться, да, например, регулярно встречаться, то в этом случае никакого абсолютно смысла не имеет то, что сейчас вы делаете, к сожалению. Вот. То есть я понимаю, что вам это может быть неприятно, вот, но по факту ситуация выглядит именно такой. Вот. Значит, ссориться и выяснять отношения с человеком, да, который находится на расстоянии, да, даже по скайпу, по телефону, в общем-то, никакого смысла не имеет, потому что ничего вы не решите, да, только нервы друг другу потреплют. Вот. Причем это будет очень сильно. Вот. То есть сильно нервы потреплют друг другу. Вот. Лучше, конечно, отдалиться, лучше, конечно, согласиться с мужчиной. Ну, согласиться на то, что он говорит, потому что своим несоглашением вы, ну, скорее всего, причиняете ему боль, вот, скорее всего, делаете ему больнее, еще больнее делаете ему, вот, и, соответственно, для вас это, ну, на мой взгляд, да, это единственный выход, да, единственный путь
для вас. Вот он такой. Чтобы совсем, да, человека не потерять. Ну, вообще, чтобы не потерять его. Вот. По поводу того, что вот последние 2 дня эта ситуация происходит, вы знаете, если честно, это как-то вот немного странно. То есть 2 дня это вообще не тот срок, да, который можно серьезно воспринимать. То есть мало ли, условно говоря, там, что могло случиться за эти 2 дня. Вот, мало ли, что случилось за эти 2 дня. То есть, как бы это я, собственно, к тому, что не стоит делать выводов поспешно. Не стоит думать, что то, что происходит сейчас, да, это, ну, обязательно, да, что-то серьезное. То есть, да, конечно, неприятно, да, это испытание для вас, безусловно, но можно сказать, что это нормально, ну, для отношений, вот. Поэтому мне кажется, что так. Дальше. Вот вы пишете, я его не узнаю и не знаю, как быть дальше. Я бы рекомендовал ориентироваться на себя больше. Ну, или в большей степени я рекомендовал бы вам ориентироваться на себя. Вот, и, собственно, как-то думать больше о себе, а не о молодом человеке, да, который, в принципе, справится, он может и сам с тем, что происходит. Вот, конечно, нужна его поддержка, да, но вам все-таки нужно думать больше о себе. Вот, и о том, опять же повторю, да, какие перспективы. Вот. То есть, если бы вы жили вместе, если бы у вас был бы какой-то, ну, опыт совместного проживания, если бы вас связывало что-то больше, вот, то, возможно, вам было бы легче. А так, в силу того, что объединяет вас достаточно мало, в силу того, что это все-таки влюбленность, в силу того, что вместе вы, ну, именно вместе вы были достаточно мало. Вот. Что мне кажется, что мне кажется, что спешить здесь не стоит, вот, торопиться здесь тоже не стоит, вот, сейчас мужчина, ну, молодой человек, да, он сейчас по факту демонстрирует то, как он справляется с проблемами. Вот. И, к сожалению, он справляется с ними через алкоголь. Вот.
что, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Поэтому я рекомендую вам все-таки на это обратить внимание, да, это тревожный звоночек такой, несколько, что мужчина в проблемной для себя ситуации, да, он предпочитает употреблять алкоголь, да, вместо того, чтобы, ну, стараться, значит, как-то проблему решить. Вот. То есть я там тоже, ну, не обязательно его обвиняю, да, и вот я просто хочу, чтобы, ну, вы поняли для себя вот этот момент, да, чтобы вы его уловили и делали выводы сейчас. Потому что, как бы неприятно, да, но вот именно в проблемных ситуациях человек характеризуется именно, ну, как личность, вот. То есть я думаю, что, скорее всего, у парня там что-то произошло, вот, что его навело на такую мысль, вполне возможно, что это друзья, либо его родные, вот, навели его на эту мысль, что отношения с вами, к примеру, да, ну, бесперспективные совершенно, вот, ну, например, как вариант, вот, и, соответственно, его накрыло. Вот. А, я думаю, что он, конечно, фамилию не поменяет, но тот факт, что он злоупотребляет алкоголем, вот это, конечно, очень тревожный сигнал. Вот. Значит, что касается небольших таких комментариев, да, которые я хотел бы вам дать. Значит, смотрите, меня немного насторожил тот факт, что вы познакомились с мужчиной в интернете. То есть познакомились с ним даже в игре, онлайн, игре. А насторожило меня это по тому, что за этим могут скрываться определенные уже ваши проблемы. То есть за этим могут скрываться ваши какие-то социальные, например, трудности, ваша неуверенность, может быть, в себе, да, причем я говорю, это именно может быть, я не знаю, как обстоят дела на самом деле, я говорю именно может быть, что это может быть так, ну вот. То есть мне кажется, что тут есть что изучить, есть что посмотреть, есть что поисследовать. Вот. Хотя, конечно, вы можете быть с этим не согласны, но тем не менее. Люди достаточно редко обращаются, значит, социальным сетям, да, к играм от того, что у них, ну, скажем так, все хорошо. Вот, то есть нет, конечно,
Безусловно, человек может играть в игры и все, но вот как вы это делаете, значит, в онлайн, да? Как вы это делаете? Ну, это вот, конечно, достаточно показательно. Вот. И вполне возможно, что за этим все-таки что-то есть. То есть я как минимум предлагаю, да, это исследовать. Вот. Также я предлагаю исследовать ваши чувства к молодому человеку. Какое оно, это чувство? Что оно из себя представляет, это чувство? Вот. Вот вы говорите, что, к примеру, что вы любите его, вот, значит, как ваша любовь проявляется, меня очень интересует, что вы понимаете под любовью, и, соответственно, значит, чего вы хотите для себя и для молодого человека, вот. То есть мне кажется, что это такая очень-очень важная история, которую обязательно нужно исследовать. Потому что если у вас влюбленность, страсть, то это одно дело, если у вас любовь, это совсем другое дело. Вот. Ну, так или иначе, с этим нужно работать, да? Вот. То есть я опять же повторюсь, что я не хочу что-то сейчас утверждать наверняка, потому что я вас не знаю. Вот, я вашей ситуации не знаю, вот, и, соответственно, делать какие-то такие поспешные выводы, да, мне кажется, было бы неверно. Вот, но мой опыт говорит о том, что значит, ситуация такая. Вот, ну и конечно, отношения на расстоянии, да, это всегда достаточно сложно. Это всегда достаточно тяжело. Вот. Для, тем более, людей молодых, да, некоторые, у которых, как вот я понял, нет опыта, ну, нахождение в отношениях. Вот. Опять же, да, я не хочу сказать, что я не вас или кто-то еще, просто вот вы говорите, да, что, ну, что совсем можно справиться, если есть чувства. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, предположим, что ну, что действительно, да, можно справиться. Окей. Хорошо, можно справиться, но как? То есть, как справиться, что конкретно делать? Нужны какие-то конкретные сроки, нужны какие-то конкретные возможности, действия, вот. И вот тут все краски разбивается о, понимаете, да, реальные возможности. То есть возможности либо есть, либо их нет. И в данном случае мне кажется, что их скорее нет, чем они есть. Вот. Возможно, ваш парень это чувствует, и он хочет этого избежать, он хочет избежать страданий. И так далее.
Если это действительно так, то, ну, вряд ли, на мой взгляд, вы можете его винить. На мой взгляд, вы его не можете винить. Но, напротив, его нужно принять. Выбор. Его выбор нужно принять. В таком случае. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, да, то есть разберите в себе немножко, посмотрите, как и что привело вас в компьютерные игры, не обязательно, что это что-то плохое сразу, не обязательно, что это что-то негативное сразу, нет, еще раз, нет, я ни в коем случае не говорю, что это что-то негативное, вот, просто хотел бы это прояснить, ну, раз уж, Завтра об этом зашел разговор. Вот. На мой взгляд, это нужно разобрать. В целом, если вы будете молодого человека поддерживать, если вы не будете спешить с выводами, если вы будете ориентировать его на какие-то действия, вот, желательно конкретные, я думаю, что ситуацию еще можно будет спасти, вот, если только вы, к примеру, не закроете глаза на то, что он, по-видимому, склонен употреблять алкоголь. Вот. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что определенную ясность в вашу ситуацию, точнее, я внес. Вот, мне бы очень хотелось, потому что я понимаю, что вам, вероятно, сейчас сложно, вот, мне почему-то думается, что это ваше первое отношение, вот, хотя я, конечно, могу ошибаться здесь, вот, но мне почему-то кажется, что это ваше первое отношение, понимаю, что вы не знаете, что делать, вот, и, собственно, лучшее, что вы можете сделать, как бы, ну, для себя в этой ситуации, это рассматривать ее, то, что происходит сейчас, как опыт, как знание. Это, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать для себя в том числе. Ну, просто потому что. Просто потому что. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.